Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Лолита умерла. Внезапная весть напугала поклонников, болезнь долго скрывали. Американская актриса Сью Лайон, известная по фильму «Лолита», скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщил ее давний друг Фил Сиракопулос. По его словам, в последнее время у Лайон была проблема со здоровьем. Точная причина смерти актрисы не сообщается. Карьера Сью началась в 1946 году. Ей предложили небольшую роль в телевизионном сериале «Шоу Лоретты Янг», где ее впервые заметил режиссер Стэнли Кубрик. Всеобщую известность она получила благодаря фильму «Лолита», где сыграла главную роль. За нее она получила премию «Золотой глобус». Актриса также сыграла в фильмах «Ночь игуаны», «Семь женщин» и «Вздорный человек». Искренние соболезнования близким и родным. Вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.